Почти 10 лет назад Константин Ващенко сменил работу в офисе на личное дело и построил теплицу, рассказывает он главе региона, который сегодня в муниципалитете с рабочей поездкой. Одним из пунктов объезда у Вениамина Кондратьева стали теплицы Ващенко. Хозяйство специализируется на выращивании томатов в закрытом грунте. С 1 квадратного метра фермер собирает 35 килограммов помидоров. Своим опытом производства молодой человек уже делится с начинающими аграриями. В чем тогда вот есть ноу-хау твоей технологии? При проектировании, строительстве, оснастке теплиц мы используем подходы, которые используются в современных промышленных теплицах. Да. То есть мы адаптируем современные промышленные технологии в личном подсобном хозяйстве. То есть, в целом получается, как рынок сегодня реагирует на вот твое новшество? Проблем с реализацией нет. Это сегодня важно. Бери, работай, только не ленись. Побывал Вениамин Кондратьев и на заводе по производству лимонада, а также заехал в кинотеатр. В прошлом году здесь должны были начаться ремонтные работы. Деньги были выделены из краевого бюджета, но район до сих пор не сделал проектно-сметную документацию. Сейчас она отправлена на доработку.